So I just want to tell you a little bit about our club. Хочу немножко о своем клубе рассказать сначала. In Manhattan, in New York City. В Манхэттене, в центре. In thinking about what I wanted to talk to you about tonight and demonstrate. Я думал о чем, что вам рассказать и как продемонстрировать, показать, чем мы занимаемся. I had to decide what was the most important thing. Но мне хочется подать что-нибудь такое самое важное. Бывает. And so at our club, we train different types of students. Police, mixed martial arts, Sambo, grappling, sport grappling. And the one thing that I find in working with students, and I'm not, I am still early on my journey in my own training, I consider. Я еще молодой тренер сам по себе. But one thing that amongst all those populations, police, sport, grappling, Sambo, is the difficulty that students have with transitional moments in a fight. Но основная трудность состоит, мы с вами тоже об этом говорили, значит, основная трудность состоит в том, что студенты различных стилей, трудно для них перейти от одного вида, скажем, от удара к броску, броска к удару. Вот основная проблема. The difficulty in basing their fight on movement and not individual techniques. Трудность состоит в том, чтобы сосредоточиться на движении, на самом движении, а не отдельной технике, не на отдельных приемах. Мы об этом с вами тоже говорим. When they're striking, then somehow they come to a clinch. Да, сначала они что-то, а потом они приходят в клинч. Да. That moment between striking. Вот этот момент, самый главный момент, переходный момент, невидимый. Is what most people I find are missing. Even people who are technically good strikers or technically good clinchers. И мы видим людей, которые или хорошие борцы, или хорошие ударники, и тем не менее они не понимают, как осуществить этот переход. And the same goes for throwing. Grappling. И то же самое справедливо для всего, то есть и для начала, начинают ли они с удара или с броска. So maybe somebody's very good thrower, right? Может кто-то очень хорош для бросков. And then there's a moment. А здесь вот момент возник. Oh yeah, I have to also. I have to go here. Давай, sorry. Я должен идти сюда сейчас что-то делать, но в этот момент думать вместо того, чтобы работать. So. There's the fluidity of a fight is what's missing. Вот это постоянное движение, безостановочное движение, отсутствует в большинстве видов сегодня смешанного борьбы. So when we work together, когда мы работаем вместе, the techniques might be different, but the principles are the same. Техника может быть совершенно разная у всех этих структур тоже, но принципы, о которых мы сейчас говорили, они должны быть. The mistake would be to think this way. Oh, now I have to hit. Ошибка вот состоит в том, что после, скажем, какого-то приема удара и какой-то блокировки или любой остановки, любого, неважно какое движение, вот состоит в том, что я сначала защищаюсь, напрягаюсь, да, а потом наношу удар. It's more important to use movement for your strike. So he punches. Same time. Узнаете, нет? Да. Same time. So I'll demonstrate some techniques. But так, techniques that show constant motion, not individual. И поэтому сегодня подумав о том, что сегодня давать, я вас, наверное, не удивлю тем, что покажу какие-то приемы, которые все знаете, но я постараюсь показать вот необходимость соединения, скажем, различных техник. If you move properly, the technique will appear to you. Вот, и поэтому он говорит, что вот он убежден в том, что если вы этот принцип, да, основной принцип, освоите. But what I encounter is that many people train technique A, next I must do technique B, next I must do technique C. Сегодня в боевых искусствах вот многие люди учат так, техника А, техника Б, прием номер 4 и так далее. And the problem with this kind of training is that if something happens that's not like technique B, then you're lost. Но если произойдет, что ситуация в чем-то другом, ваш оппонент, противник движется чуть иначе, и возникают проблемы. So это не работает. So for example, again, вот я покажу сейчас пример. So if he punches, если он, видишь, maybe
See, но он сейчас спортивный вариант берет. Видите, может быть, я закрылся. I end up here. Да. So maybe my option is to hit. Моя возможность это ударить. To trip. Может быть, захватить ногу. I don't have to decide ahead of time. Я не должен думать об этом заранее, не должен изыскивать для себя какие-то вещи. Все это должно идти спонтанно, так? So I don't know what I'm going to do. I'm just going to do something naturally, eat different. So, поэтому я не буду думать, что сейчас у меня будет получаться. Мы будем вот смотреть, как это движение, as far as I understand, how it will be expressed through your body. Right? Yes, my natural expression. Как это будет выражено естественно через его естественное движение, через его движение. So, let's say here I do a defense against his punch. Boom! And I take him down. Now, depending on my situation. Move here a little bit to the yeah. side. Same situation. Yeah. Depending on my situation, I have to make a decision. Mm-hmm. The decision is do I disengage? Здесь или он разорвет дистанцию, будет наносить какие-то удары, продолжать, или... Or do I work? Или я начинаю работать там, скажем, с какими-то приемами захвата. And different scenarios determine different decisions, right? И разные сценарии, разная ситуация рождает, соответственно, значит, разные позиции тела. What I tell all my students basically is in a street fight, self-defense, anything like that, I prefer that you come back to your feet, if possible. Ну и когда мы говорим об использовании этого спортивного боевого варианта на улице, то я студентам всегда подчеркиваю, что на земле оставаться не надо. Because на земле нельзя. В реальности нужно бороться стоя. То есть я всегда рекомендую встать. На свои ноги работать стоя. In a real fight, do the same. В реальности, if I'm here, here, now his friend is going to come kick me. I'm in a bad defensive position. Глупо оставаться в такой позиции, потому что я могу быть атакован кем-то еще. But for a sport situation, this is totally fine, right? So, principles are the same. Mm-hmm. Intentions are different, right? Mm-hmm.